О, все, нормально. Поэтому я Да, конечно, сделаю не идеальный вот план так. сидеть в футболке синий, когда у тебя хромакей настроен. Ну ладно, сейчас застегнусь. Такое бывает. Короче, всем привет, стрим пошел. А, у меня название стрима «Выживаем Хо-4. Заходи, Финляндия, 1936 год». Ну-ну-ну-ну, нормально. А тут снеговики есть, все нормально, Финляндия. Да, Финляндия. И мы их рубим, все нормально. Тогда я их буду убивать всех. Жесткий хоррор с катархонтеом. Все. Доступ по ссылке, открытый доступ. А да, и фикс рубануть. Ноунейм какой-то. Ноунейм какой-то. Не какой-то, а тот, кто всем помогает. Да. Да. Он вообще-то лучший монтажер. Да. Так, ладно. Ты прикинь, сейчас у какого-то знаменитого стримера запустится мой стрим. Походу, у меня не совпадает. Какого-то известного. Сейчас так резко стрим Олкоста меняется на твой. Такой Византий заканчивается. Он такой не понял. Так, ладно. У меня просто стрим идет уже как 2 минуты, но при этом он у меня на канале не показывается. Ну, я не вижу твой стрим у тебя на канале. О! Да будет свет. Че, свет появился? Я пока еще не вижу. Всем привет, народ, кто пожаловал на стрим. Сегодня мы играем с Фиксиком, вы его не знаете, Катархонтом. Да, кстати, врубай вебку, ты че без вебки, а? Да у меня вебки нету, я бы с радостью. Все, я понял. Ребята, донаты не кидайте, донаты у меня страшнее, чем эта сама игра. Я серьезно говорю, знаешь, у меня донаты вот так выглядят. Оба-на, и это резкий, сильный звук, и я типа всегда пугаюсь. Подожди, у меня донаты вообще не настроены. Во, тебе хорошо. Сейчас, всем подождите. Привет, ребят, привет, добро пожаловать на стрим. А, короче, мы сегодня играем в игру, которая называется... Короче, ужастик, хоррор и так далее, все. Да, ужастик, хоррор и так далее. Короче, кто любит хорроры, кто любит ужастики, приятного просмотра. То чувство, когда подписаны на искру на Катархонта. Класс. Мы, короче, ехали на машине с Катархонтом и Фиксиком на шашлычки. Потом врезались в дуб, например. Например, в дуб. Уже что за? Все, что за? А, я готовки нажал, извиняюсь. Так. Все, но пошел уже. Это вы сами начали? Да вы из Англии. Удуб, например, так. Какая разница? Кто такой Фиксик? Фиксик топ. Все пишут здесь, что Фиксик топ. Фиксик — это наш... Монолит — это значит сталкер. А сталкер — так, это ладно. Значит... Опа, нифига. Я появился. Вроде я смотрю на втором экране, все нормально. Я родился. Я родился. Так, смотрите, ребят, у меня первых... А вы еще не появились, ладно, я вас жду. Они сейчас вот здесь появятся, ребят. Мы просто еще из дуба не вылезли, подожди. Так печатал нас хорошо. Ладно, погнали, что мы делаем первым? Короче, давайте, чтобы как мы на тестовой играли, давайте так больше не делать, давайте более-менее аккуратно все делать. А, ну сразу же поэтому... бежим, окей. Хорошо, я вас понял. Не-не-не-не, стой. Это... О! Куда он так, побежал? Давайте ты вместе. Там еще живой? Давай держись вместе, давай посмотри, по дорожке. Где? Посмотри, давай где? По дорожке, пожалуйста, по дорожке. Пойдем, все. Давай экскурсию проводить. Вот здесь давай. Папоротник, смотри. Да, вот здесь папоротник. Здесь я в биологии не сильно разбираюсь. О, нифига себе, грибы. Я не очень разбираюсь. О, нифига себе, грибы. Ой, я испугался. Ой, спасибо большое за донат. Нифига себе. 700 рублей. Я испугался, во-первых, но спасибо за поддержку этого стрима. А куда вы ушли без меня? Беги, беги. Смотрите, какая блин. Физика пятой точки, а. Тут как бы на звуки надо ориентироваться. Фиксику вообще по барабану. Бежит, куда видит. Звуки? О, я не болото. Слышу особо ничего, кроме вас. Я уже был первым. С кем ты играешь, кроме Катархонта? С Фиксиком. Но вы его не знаете, он не ютубер. Он монтажер реча. Он выше, чем А что, вы хотите, чтобы я пошел первым? В капкан-то не надо, зачем? О, нажмите Е, чтобы обезвредить ловушку. Я обезвреживаю ловушку. Все в порядке. Куда ты встал на ловушку? Обезвреживай давай. Я подержу тут. Окей. Так, Катархон, я помню, ты первый раз первый ходил, давай еще раз первый иди. Так сказать, исследовать территорию. Да. Так, ребята, сейчас здесь будет очень страшно, либо очень смешно. Одно из двух. Поэтому сильно не пугайтесь. Окей, иди. Сейчас не смеетесь. Не страшно.
Он из дома вылазил или откуда? Я не помню. Я вообще не помню, что. О, тут крови много, я крови боюсь, я кровофоб. Ладно, погнали, все, мы мужики с остальными яйцами. Нам ничего не страшно. Но ты не мужик сейчас, ты девушка. А, тут... О, он идет, вот он идет. Кто? Где? Не никого видишь? Никого не вижу. В смысле не видишь? Вот он, челик. Фиксика, ты видишь? Подойдите ко мне. Стоит, вот он, стоит там. А, вот. Ну, дерев. Ну чё? Ребят, давайте уйдем лучше. Чё тянуть? Погнали привет, назад. Привет, привет. Привет, искал монстр. Да, погнали назад. Мы чё назад? Всё, пошли отсюда. Блин, весело. Отлично, уходим. О, уху. Это что-то сейчас будет интересно. Фиксик внизу. Я тут. Я слышал какой-то звук, здесь еще один монстр. А, я тоже слышал что-то. Надеюсь, все будет хорошо, меня никто не сожрет. Ну, как правило, прекрасных и красивых девушек убивают в первую очередь. Очень плохие звуки, прям очень максимально плохие звуки. А, это ручеёк. Ручеёк. Что там? О, ребят, пролезть можно. Здесь пролезть? Я пошел. А куда мы вообще зашли? Мы вообще правильно идем? Прыгаем вниз. О, там какая-то лачуга. Или что это? Где-то. А в ДБД переиграл. Сестра ДБДшника. Стой, дорог. Я вижу фонарики. Катархон, иди за мной, я фонарики вижу. Обычно ой, фонарики ворона, лучше ворона, не ходить. Ворона. Да, да. Тут ворона каркает. Ворона, это значит, тут беда. Лучше не шуметь. Опа. Мне написали, лучше не шуметь. Вам тоже? А теперь, ребят, бегим. Кто куда? Типа вороны сагрились. Типа, это шум. Мы шумим в лесу, а лес это, типа, очень плохо. Сейчас этот придет, трэпер. Да, а кто там с фонариком ходит, ты видишь? Где там? Там кто-то с фонариком выключи, ходит. Выключи. Выключи фонарик. Ну погнали. О, монстр на нас идет. Смотри, а вы сейчас свет-то включили? Вы сейчас свет-то включили? Монстр идет. Иди сюда, свет включит. Ой, звуки вообще страшные. А там их двое, что ли? Она там не одна. Да, там монстр и ведьма. Но ведьма очень страшная. Она скримит очень сильно. Ой, это монстр. Он сейчас на тебя нападет. На кого он напал? Блин, ну чё, как даже испугаться не успел. Я даже испугался. Кацана убили. О, он красивый, кстати. А где фиксик? Я его потерял. Он идет прям туда, где меня убит. Давай я буду байтить вот такими вот... А, я вижу, как светится фонарик. Да, я вижу, он стоит. Он передо мной на ногах сидел. На карачках. Ребят, хотите испугаться? Давайте я к нему подойду. Хотя... Знаешь, было вообще не страшно, просто со спины и все. А, он тебя со спины? Повезло. Ребят, единственным местом, которое можно еще назвать святым и близким к Богу, является Дамдильская церковь. Церковь в таком мире. Да. Церковь в таком мире никогда не бывает безопасна. А где мы вообще? Где? Тут у меня монстр сходит с ума, он за руки, за голову руками держится. Походу, за тобой фиксик пошел. А, Хукуна! Ты чё, ебанутый? Я бегу, ребята! Хватит с меня инди-хорроров! Это было... Ты меня смог искусить или как? Нет, взять его искусить. Ём. Так еще на... Опа. Фиксик, с тобой рядом ветки. О, меня бьют. Что происходит? Фиксика закопали, ребята, фиксики. Фиксика закопали. Что мне делать? Ты еще жив, типа, или? Да. Да я убегаю отсюда. О. Ты в пещере, да, вообще классно. Вставай, давай. Ребят, что происходит? Фиксик под землей, форос начался. Да, я девочка. Я буду девочка. Майка. О, на стиле ой. Просто. Такого точно должны захватить первым. Ты знаешь, почему меня монстры бьют? Это все из-за снеговиков. Так, ребят, мы дубль 2. Пока мы не пройдем эту игру, мы не остановимся. Серьезно, мы так спать не ляжем. Так, давайте посмотрим, что нам делать. Нажмите Enter. Хоть там за мной следили. Как играть? Вы заперты в основе... Ой. Не. Это поиграли не полчаса, о, нажмите на Q. Я не понимаю, что это за лес? Почему тут грибы с размера в нашу машину? Может, это у нас машина? О, снеговик, такая? Смотри, снеговик за рулем. В машине? Ничего себе. Вот кто нас разбил, ясно? Да, я там так, а уже... тут... А
чё, к нему? А, с другой стороны к нему подобраться нельзя? Серьёзно? Ну да. Все нормально, все идет. Да? А где ты? Да я вперед прошел. Вижу. А, ты про эти кусты? Я думал... Не, у меня не... А, все, прошел. Просто надо уметься в стенку. Надо уметь долбиться в текстуру, так сказать. Да. Боже мой, что мы делаем? А, долбимся в текстуру, точно. Писка, ты живой? Нельзя, но там кто-то дышит. В смысле, там кто-то дышит? Кто-то дышит. Нет, там просто листва такое чувство. Че, пошлите никто дальше, нам тут уже брать нечего. Ребят, если бы мы так выживали в реальной жизни... Мы бы не выжили. Давай так сказать. Там сзади что-то есть, а давайте-ка посмотрим. О, да. Второй. Нифига ты фиксик, конечно. Кажется, это нельзя. А, тоже закрыто. И что дальше? Погнали дальше, вперед по дорожке. Нам еще записки нужны. Пойдемте тихонько. Не светите ему, он же типа... Не, он не реагирует. Он не реагировал тогда. Сейчас через пару секунд. Сейчас через пару секунд. Пойдемте дальше, тут снеговичок. А, тут дверь. Блин. О, блин! Не свети на него, пожалуйста, не свети. Фиксик, ну как тебе инди-хоррор? Близко подошел. Слишком близко. Так, а он просто еще не готов. Смотри, к тут у нас развилка, тут у нас дорожный знак. Пробеги, короче, вперед к нам. Слушай, мы тебя звук огня есть. Да, пробеги. Так, а что за звук? Что за пианино? Я убил. Его убили. Погнали, тоже сдохнем куда-нибудь. Давай только вперед пробежимся, не туда же, где он, а куда-нибудь другое место. Меня куда-то поймали, да, опять. О, мы вместе что ли тут сейчас? Я мертв. Не, я просто мертв. Я один, да. А где ты оказался? Под землей, там жди. А куда тебе караулит наверху? Там кто-то караулит наверху. Я копал, да? Раз, да, меня прям смотрели. Возможно. Не. Мы пройдем хотя бы первую локацию эту сегодня или не? Говорили, игра на 2 часа. Что ты там делаешь? Ну конечно. Да, там реально кто-то сейчас был. Я тебе говорю. Мог увидеть, он прям отполз от меня. И попробуем поиграть очень аккуратно, прям максимально аккуратно. Ага. Не, конечно, эти грибы меня ужасают. Да ладно, нормальные грибы. А может, мы просто грибов перенюхали, и нам кажется, что тут монстр. Тогда уж не только перенюхали. Че, в пещеру? Да, красавцы, ребят, мы же хотим выжить. Давайте в пещеру залетим. Тут стена опять, да? Да, опять стена. Так, а мы куда идем-то вообще? Мы хотели записку взять какую-то куда-то. Окей. Фиксик нас ведет. Пингвины! Ой, снеговики. Пингвин! Адольф, вы довольны таким жестоким? А смысл нам подходить к карте, если они все равно там будут? А просто хотя бы надо изучить локацию частично, потому что мы вообще ее не знаем. Можно же загуглить. Ну, кстати, да. Не, так не интересно. Это слабых. Да. Через полчаса, ну давайте загуглим все. Так и будет. Там город, там, да? Там город целый, там уже о, город целый. Village. Может, в Fishing Village пойдем? Давайте в город пойдем, давайте куда? В город. Ладно, давай в город. Куда нам? В город, там в город. А нам куда, налево, направо? Сюда, со мной. А, к ведьме, да? Да. Искал, ты этот путь выбрал. А давай ты лучше он идет на нас. Давайте в Fishing Village. Давайте на рыбалку. А нам вон туда вот, да, тогда? Да, вон туда вот, да. Блин, фиксик какой-то бесстрашный, взял, стал карту пыль парит. Когда а все нормально, монстр, я смотрю зарит. За монстром, монстр нормально, ничего не реагирует. Ребят, я сейчас с пистолетом. Посмотри, какой он опасный. Давайте не все будем использовать фонарики. Давайте максимум 2, 1 заряжай. Я использую. Я зарядил, все, теперь я... Блин, какая у тебя задница, фиксик, конечно. Это был комплимент? Ой, я... Где? Я на чьей-то голове, а. Да. Девочки, вы упали. Да, красиво. Я умер! Я умер! А где шприц? Ребят, я умер! Ты его воскрешаешь? Подожди, могу? Да, могу! Удерживаешь мало... Подожди.
Куда? Ребята, я умер. Где? А куда он исчез? Он исчез. А ты исчез. В смысле, я исчез, я умер. Он исчез. Я его мог спасти. А подожди, его, может быть, забрали в этот? А. А подожди, а почему он у меня отображается периодически где-то? Ребята, я смотрю за вами, желаю вам удачи. Видишь, через кью. Где он вообще умер? Где ты? Вот где фонарь. А я где-то здесь, то. Ты на кью нажми, и он будет где-то отображаться снизу почему-то. Вы что, хотели меня спасти? Закопали куда-то? Куда я пропал? Короче, не, вот у меня сейчас на стриме внизу прям видно три знака вопроса. Его ник куда-то вниз. Вижу. Мне чел написал, жил без страха, умер без страха. Упал с головы девушки. Он улетел в космос просто, все. Запусти что-то ракету и пойдем отсюда, ну с пистолета. Напоследок. Да. А где анимация? Я запустил и все. И все? Да. Пошли сдохни. Пошли. Только на кого вопрос? Снеговики. О, три снеговика. Это они просто отомстили. Иску, все. О, ведьма. Где? Погнали проверим ее. Пошли. На что она способна. Эй, ведьма! Слышь? Куклукс Клан. Да. Это Куклукс Клан, только... Она не... Маку, что ли? Что он делает? Удерживайте Е, чтобы выбраться. Можно от нее схватки выбраться, ей пофиг. Вообще... Ребята, травмина какая-то. Сбегайте без меня, живите в радость. Тебя захватили? Это какая красота! Что сейчас было, я не понял, конечно. Тебя унесли куда-то? Кто это был? Это кто-то из земли вылез и обратно залез. Да. О, сколько снеговиков. Блин. За снеговиков двор стреляет. А что, у нас тут внутрь не пустит? Ты попал под дым, умер, ладно. А давай по кругу пройдемся. О, а что это за... Это явно уже не церковь, и я застрял. А, не, все, отстрел. Там здесь. Спереди. Катархон, ты сейчас умрешь. Да. Я знаю. А ему по барабану просто идет плюсу. Чего? Ты нашел вход? Нормально. Я думал, он сейчас тебя заметит. Нет. Нет. Что происходит? Фиксик, что происходит? Меня забирают. За Фиксиком гонят. Фиксика хотят схавать. Не, я жив. Карта. Пошу карту. Полет мертвеца. Во. Смотри, какая высота хорошая. Ты разобьешься, не надо. Не надо, ты слишком молодой. Ты слишком молодой. А. Это было красиво. Просто надо было красиво закончить. За фиксик, фиксика затянули. Какая у тебя классная моделька, когда тебя затягивают. Анимация 10 из 10, да. Что произошло? Блин, я за катархон посмотрел. Что произошло? Что произошло? Я все пропустил. В него тпшнулся монстр, прям в него внутрь. Фиксик привитнился. Вечная память павшим снеговика. Прыжок веры от катархонта. На Ешку нам тык. Вот. О-о-о. А и что пусто. Ой, ребят. Туалет, зайди в туалет. Снеговик. Ребят. Это моя кабина. Утром выйду, да? Ой. Сквозняк, ребят, дует. Ой, весело. А в этот дом можно зайти? Проверим. Сзади там кряхтит. Там сразу двое кряхтят. Да и пофиг, какая разница. О, еще одна карта, что ли? Где? А, я... Да, карту, смотрите. Погодите, а почему мы к Fishing Village шли? Почему мы тут вообще? Лучшая нычка, сыграйся на лейник, Сергей. Потом здесь? Потом здесь. Не, мне кажется, мы пошли не на фишинг, а вот по той дороге. Ну, ты уже ушел. Да, мы куда-то вообще не туда. Мы вот между Ривен Пик шли и той мелкой горой. Вот туда вот, мне кажется, в Денвилл шли. Мы здесь были. Мы здесь были пока. Бля! Что произошло? Что произошло? Красивая у тебя задница, конечно.
О, давайте посмотрим статистику. Вы погибли. Все, статистики конец. Я видел на этом... 20 минут, ребят, мы 20 минут выживали. Урон от падения. Блин. Как у тебя 180 урон от падения? Ты откуда упал вообще? Пошумел, 2, 3, 10. Фиксик такой, а нафиг нам на шум. Так, ладно, давайте еще разочек. Сюрприз кто-нибудь возьмите, а то вдруг я подохну. Я вроде самый живущий. Бегает больше всех, но при этом самый живущий. Ребят, брейкданс. Я вижу на втором экране, как вам нравится брейкданс, наверное. Ууу, брейкданс. Ладно. Где тут кто? О, тут в принципе целый лес. Давайте вот сейчас просто возьмем, свернем налево и пойдем максимально налево. Мы уже свернули направо, зафиксим. А, окей. Налево мы не ходим. Мы ходим направо. Направо. Чтобы потом налево зайти. Подольше. Да я сейчас опять сдохну, опять на чьей-то голове. Так ты не залази на голову, зачем ты залазишь? Я не хочу залазить. Страшно. Я тебе говорю, страшная игра какая-то. На юнике. Ай, блин! Я вижу это, я вижу. Может, поможем ему? О, он бежит, все, погнали вперед. Слушай, от них убежать можно. Если они тебе не успевают коснуть, от них убежать можно. Че это такое? Из воды вылезла какая-то хрень. Сзади, сзади огромная! Блин! Что это было? Блин, меня опять утащили. Иду за ним. Мы за ним. Я знаю, где это. Ты знаешь, я тоже вижу, где он. Мы идем к тебе. Окей. Тут 4 фонарика так. Кто там шумит? Во, я вижу челика. Это какой-то крутой был босс, да? Это типа вообще какой-то жесткий челик. А тут бегает время от времени, походу. Вы ко мне бежите? Или... Знаешь, почему он на нас напал? Бежим. Потому что мы шумели. О, а что с ним делать? Пробежать просто, давай попробуем. А может, подожди, может вот тут я как-то дал. По горам? Нормально. Работает. Он меня... Да ты заебал. Он меня... Меня убили. Там капкан был прямо возле него. Ё-моё. Фиксик, я вижу, как он... Бить палками. Стоп. Нет! 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 Блин! Кого убили? Кого убили? Кто умер? Меня. А. Шел на картах, в кустах, вылезла женщина. Пупы. Женщина вылезла. Нет. У тебя остался шприц или нет? Или исчез? Сейчас. Один. Во, а походу меня уже не оживить, мне голову отгрызли. Тут столько раз можно спастись разными способами. Целых 4, да? Да. Целых 4. Очень много. Жалко, из леса сбежать нельзя. Ну от этих чертиков сбежать вообще изи. А зачем мы напрямик бежим? Нельзя обойти эту участок. Просто. Да это изи вообще. Мы просто должны пробежать, они ничего сделать не могут. Просто вот гляди, вот так бежишь. И все, он мне ничего не сделал. Он мне ничего не сделал, он мне даже не шот. Сарай открутся. Сарай можно открыть. Сарай можно открыть? Угу. Там что-то полезное будет. Может еще один сюрприз, надо проверить. Опа, а что это такое треснулось? Вылезло! Кто-то вылез! Бежим! 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 Ран! Ран, мусора. Все, 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 стоим. Стоим, все, все, все. Короче, когда экран темнеет, сразу бегите куда-нибудь. Все, я понял. На нее, да? А где фиксик? А, фиксик вообще при своем убежал. Не, впереди нас. Мы типа, знаешь, на безопасном расстоянии 10 метров друг от друга. Да, наоборот, надо вместе всеми быть, чтобы вместе в одну братскую могилу. Блин, посмотри, какая жопа у фиксика. Посмотри на его жопу. Так у тебя такая же. Ой, она сейчас опять появится. А, у меня такая же? Ты где? О, она хрипит. Я за фиксиком. Я ему доверяю. Мне кажется, он знает, что делает. Фиксик такой, да, хотя я знаю. Хотя бы на это надеяться. На тебе, пингвин усатый. На тебе, снеговик бородатый. Блин, еще почти 50 надо. 55 штук разбить. Так, на север? А, налево или направо, ребят? Налево. Мы направо любим ходить. А, ты же налево начал сначала. А давайте двое из нас... А, у нас алка стоял. А, тут везде практически вода. Ну ладно, зато тут пингвины. Снеговики, точнее. Я не люблю убивать пингвинов, я люблю убивать снеговики. Так. А тут можно войти в этот дом или нет? Тут дверь есть.
О, фиксик идет куда-то правильно. Давай сюда, давай, давай, там открыто. А, тут болото, да? Я не хочу идти. Вот. Давайте обойдем. Аллилуйя, мужицкий дождь. Бископ. Фиксик, ты. О, что это? Оно двигается! Оно двигается! Опа-на! Оно двигается! Фиксик, ты это видишь? Он двигается? Ты тоже видишь, что он двигается? Да. Типа рука дергается. Хочешь к нему подойти? Не, не хочу, не горю желанием. Фиксик, а ты как? Фиксик, наверное, замутился. Да он тут уже. Он к нему бежит. Да куда ты идешь? Ты шо? Я готов на это посмотреть. Для контента самое то. А он не реагирует. А он красивый спереди. Фига, он страшный. Мне кажется, ладно, он съедает сразу же. Типа, то есть не дает даже выдержаться. Да, да, да. Видишь, он у него рот, типа, вместо головы, брюха, тела. Тупо рот. Я обратно вернулся. Давайте не будем по болоту. Давайте не будем искушать судьбу. У нас все так хорошо выходит. А как гуляем по лесу. Тебе тогда? Да, серьезно, кто-то душит, дышит. Душит? Это тебя там душит. О, корова! Я корову нашел, лошадь умершую, которая живая. Корова, лошадь? Я не знаю, это лошадь или корова? А, у нее копыта. Это лошадь. Это лошадь. А там есть что-то полезное? Я так люблю смотреть на то, как фиксик. А что у нее с головой? Она еще шевелится. Она еще не погибла. Фиксик, она погибла? У нее голова от тела отделилась, как бы, посмотри. Да. А, окей. Веселый лесок. Я в нем грибы бы собирал. О, спереди гирлянда. Это лошадь Игнат. Да. Че, вперед на него идем? Они глухие и слепые одновременно, что ли? Просто спринтуем, так что... О, капкан. Вы что, сразу сразу? О, тут какой-то амулет ведьмачий. Ведьма, ну, ведьма. 100%. Тут... Шепот. И шепот. Да, это какой-то... Я видел это место на... Так мы уже пробегали разочек через такое. Мне кажется, это женщина надо лишь быть такое. Да, это типа обитель смерти или как-то так. А, с этим пистолетом. Нет? Пробуйте. Пистолетом стрельнуть? Попробуй. Ой, не советую. Ну, типа... О, круто. Красиво. Юнити, уху. Опа. Она сейчас вылезет. Она вылезла. Нет. Бегите. Меня сожрали. Ой, а у меня тут два челика, я их слышу. Там никого внутри нет? Они меня не выпустят отсюда. Давай дверь закроем. Беги! Что такое? Что такое? Что такое? Он на тебя! Ты чё там? Беги! Что происходит? А там в доме прям монстр. Он чё, всё от тебя отстал? А чё за звук, как будто бы кто-то спускает толчок? А как мне отсюда выбраться? Он за тобой, фиксик, 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 беги! Фиксик! Нет!